Меня зовут Сафонова Елена. Живу в Воронеже. Я работаю в страховой компании. У меня сидячий образ жизни в большей части. Юрий Алексеевич, я попала в 2010 году. Юрий Алексеевич улучшил мне качество жизни. Нам всем необходимо правильная обувь, подбор правильной обуви, коррекция нашего тела. Я недооценивала, что необходимо сразу заказать по его рекомендации сделать стельки индивидуальные и обуться в кроссовки, которые с достаточной пронацией, достаточной амортизацией. Просто ходила на его упражнения. Далее, когда я обула его стельки с кроссовками, я поняла, что могу в них пройти много-много километров, и у меня не болит шея при сидячей работе. Ну, в общем, это удобно, комфортно и быстро. И шея, и суставы, и спина. В общем, все. Замечательно плаваю, катаюсь на велосипеде, много хожу. До этого были скованности в движениях, недостаточная ротация всех суставов. Я много всего перепробовала и поняла, что вот с помощью Юрия Алексеевича, его специалистов, в общем, остановилась на этом методе. Бывает так, что стараюсь проходить у него курс несколько раз в год, ну, хотя бы по 5 раз, 5-10 раз за раз, да? То есть раз, получается, раз в полгода, 5-10 раз. А далее уже просто прихожу на ТО. Бывает такое, что выезжаешь поплавать куда-то, меняются мышцы, меняется, ну, то есть все работает немного по-другому. То ты сидишь в офисе, а потом начинаешь плавать, у тебя где-то что-то начинает подтягивать, что-то с непривычки. И прихожу к нему, он говорит, на что жалуешься? Я вроде бы ничего не жалуюсь, он на ТО. То есть после отпуска, до отпуска, после долгого перелета, Алексеевич, спасибо ему, помощник. Самое главное, что я отказалась от обезболивающих препаратов. Всем рекомендую. Ортоформа специалиста Крил Юрий Алексеевич.